Пан Яблоневский, давайте сначала. Потрудитесь объяснить, на кой вам понадобилось похищать жену господина Жадана? Только объясните так, чтобы я это понял. Я вам уже 1000 раз объяснял. Я не похищал жену Жадана. Здоровью Екатерины Степановны угрожала опасность. Я не мог допустить, чтобы с ней случилось что-то плохое. Так вам понятнее? Вы сами-то слышите, насколько нелепо это звучит. Известный филантроп Жадан силой удерживает собственную жену в больнице. Кто в это поверит? Пан Яблоневский, зачем вы сами роете себе яму? Причем в прямом смысле этого выражения. Я говорю правду. Стефан Иванович, давайте на чистоту. Лично я не верю в то, что вам не хочется жить. Но зачем вам представать перед судом? Я распоряжался не прерывать беседу! Выбачайте, ваше высокоблагородие, ну тут вот... Екатерина Степановна? Господин Безус, вам известно, кто я. Меня зовут Катерина Жадан, и я хочу заявить, что никакого похищения или попытки убийства не было. Этот человек ни в чем не виноват. Отпустите его. Погодите, Катерина Степановна, возможно, этот человек принуждал вас скрываться? Меня никто ни к чему не принуждал. Я сама решила уехать. А пан Яблоневский лишь оказал мне помощь в трудную минуту. Я перед вами цела и невредима. Это значит, что никакого преступления он не совершал. Я готова засвидетельствовать это перед генерал-губернатором. Немедленно отпустите его. Погодите, Катерина Степановна, так не делается, идет следствие. По преступлению, которого не было? Погоди, слушай, не закрывай, Катерина Степановна. Катя, постойте, Кать. Я хотел вас поблагодарить. Я безумно рад вас видеть. Когда Жадан сказал о том, что был в Веденском монастыре, я подумал, что вы снова попали. Я освободила вас только потому, что вас арестовали за то, чего вы не совершали. Отныне не хочу иметь с вами никаких дел. Не хочу ни видеть вас, ни слышать о вас. Прощайте. Катя, постойте, постойте. Что случилось, Катя? Как вам удавалось так убедительно изображать друга? Так достоверно сочувствовать, зная, какую боль мне причиняли эти отвратительные лживые публикации? Ведь это придумали вы. Вы, а не Петр Иванович Червинский. Катерина Степановна, позвольте мне объяснить. Что вы хотите объяснить? Как замыслили эту подлость? Как придумали эту отвратительную грязь? Вы осуждали моего мужа, но сами действовали ничуть не лучше, а, быть может, и хуже. Да, вы правы, Катерина Степановна, я поступил низко. И я жалею об этом 1000кратно, видя то, как вам приходится. Я хотел более не для вас, а для него, поймите. Я видел, что вы для него значите. Да, мне хотелось, чтобы он прошел через то же, через что прошел я. Вот и все, Катерина Степановна. Вы ненавидели моего мужа, но причиняли боль мне. Вы хотели отомстить ему, но растоптали меня. Конечно, я ведь оказалась куда более легкой целью, не правда? Ведь я сама вам доверилась. Катерина Степановна, мне очень жаль, что я доставил вам столько несчастья. Наверное, вы в самом деле больше жизни любили свою жену и так сильно хотели отомстить за ее смерть, что не заметили, как превратились в чудовище. Всего доброго. Как? Официально вступилась? Сказала, что пойдет к генерал-губернатору, если понадобится. Ну, а что мне оставалось делать? Пришлось отпустить. Да, и его банку мы больше не указ. Он опять при деньгах. А, но мои парни будут за ним тенью летать? Нет, это без надобности. После нашего разговора в тюрьме он вряд ли захочет со мной встретиться. Самое главное, Катя в Киеве. Куда она могла поехать? Я думал, она домой вернулась, разве нет? Сможешь выяснить, где Катя остановилась? Или мне надо людей беса озадачить? Я справлюсь. Яблочко еще. И сыр. Держите, пани. Благодарю. Дарина верно уже собрала Лешку. Хочу с ним прогуляться, пока погода стоит. Пани, а вы же, наверное, для Льва Петровича няньку шукать станете? Так возьмите Даринку. Она с детьми так вправно ладит. Ну, как же, Дарина горничная.
Да и Петр Иванович не будет рад моему самоуправству. Ну, он если чему рад не будет, так тому, что платить надо. Разжаловали Дарку и остальных девок тоже. Пан крепостных покупает, чтобы наемным за работу не платить. Во всем доме из вольных только я да Тихона остались. Ну, Фрол еще. А Даринка, она ж и мать, и сестру-вдовицу с детьми тянула. Хорошо, хорошо. Я скажу Дарине, пусть приступает. А что до остальных, Петру Ивановичу придется дать им вольную. Всем. Иначе заберут у него червин. А что, новым тоже тем, что только купил? Им тоже. Ладно, я побегу. Ага. К обеду вернемся. О, ну даст Бог, и рассказывать ничего не придется. Из кабинета панского чашки грязные. Куда? Ну помой, раз принесла. Ты руками умеешь работать? Чего тут только опахалом махать во все стороны? Идет. Девчата, а что это у вас там на кухне за дела? Я хотела завтрак приготовить, а там вся печь занята. Два казанка каких-то греются по жмени каши в каждом. Два черпака по два яйца в них варится. Что это? Ну, так, один казанок и черпак мои. То я для нас с Мироном готовлю. Ну. А еще два, то мое и ты Мушин. Что, я не пойму. А что, трудно было две жмени крупы положить вместо одной, чтобы на всех было? Или у вас так принято, что каждый сам себе? Да ну шо вы. Ну, просто ни я, ни Олеська панских разносолов готовить не наученные. Еще не по вкусу сделаю. Значит, выходит, что мне, чтобы Карпу Карповичу завтрак приготовить, надо подождать, пока все ваше сварится, правильно? Ему же в лавку надобно. Ну, я батьку уже давно говорила. Ну, мала печь. Ну, побольше бы надо сделать. Вот. Так что тут уж так. Кто первый встал, тому и сытым быть. Да шуткую я, Павлина Йосифовна. Наша вот доварится, и печка в полном вашем распоряжении. Оль, там снова этот болтается, ты без меня во двор не ходи. Здравствуй, Назар. Катруся? Пан Харон же здесь из-за меня. Боюсь, пока я здесь, проводить его не получится. Наверное, лучше все-таки перебраться в гостиницу. Ну вот еще, даже не думай. Правда, в твоей комнате нынче Назар Зарянка обитают, но в угловой гостевой достаточно света и удобная кушетка. Да и мы с Назаром будем всегда рядом. С нами много чего произошло, пока тебя не было. Но мы еще успеем наговориться. Тебе бы отдохнуть. Нет, Оль, я хочу сначала съездить в больницу. Настало время решить, как я хочу жить дальше. Так, ладно. Давно время лавку открывать. Ну что вы, батько, голодным идти? У нас тут ложка каши осталась. Стой. Ой, у меня яйцо возьмите. Я не хочу. Благодарствую, девчата. Ой, Карпу Карпович, торопилась как могла. С пылу с жару вам. Вот, завтраку. Извиняйте, Павлина Юсповна. Некогда. Лавку уж четверть часа как должен открыть был. Ну, выбачайте тогда, что так получилось. Да ну что вы в самом деле? Не кручитесь. Девчата меня покормили. Я же не на голодный желудок до работы вставать буду. Ну, а блинами вашими мы в обед будем угощаться. Так, хлопцы, давай бегом. Засиделись, однако. Пахнут-то как. Ну, как у вас только так выходит, а? Прям слюнки текут, да? Выстанут, да, аромат свой растеряют. Олеська, а ну, поможешь мне тарелки снести на кухню? Вымести надо. Я уж воду разогрела.
Я пришла не за сожалениями, не за извинениями, Павел Петрович. Вы сделали то, что сделали. Судить вас вправе только Бог. Зачем же вы здесь, Катерина Степановна? Затем же, зачем я изначально пришла к вам. Вы хотите, чтобы я снова вас учил? Да. Наставник из вас куда лучше, чем друг. И отказаться еще от своей мечты я не смогу. Однако, если вы боитесь гнева Андрея Андреевича, тогда сразу скажите мне, я найду кого-то другого. Нет, не стоит. Я готов вас наставлять и обучать, Катерина Степановна. Когда вы желаете приступить? Мне надо на несколько дней, чтобы завершить все свои дела. А потом я намерена все свое время посвятить больнице. Катерина Степановна, позвольте сказать, я восхищен силой вашего духа и почту за честь быть вашим наставником. Подожди, разболтался опять. Ну, затяну только. Пройдемся вниз сразу, а? Прости, Маричка, я лучше сама побегу, быстрее будет. Ну... Ванечка, а как ты тут? Как тебя так быстро выпустили? Мадам сказала, что ты Катьку Жадановскую украла. Меня арестовали по ошибке. Просто приняли за другого. Я так и знала. Не может хороший человек плохие дела совершать. А я, знаешь, я всем говорила, отпустят Ванечку. Разберутся и отпустят. Ты что же, Маричка, ждала бы меня? А как же? Ты же у меня прямо тут. Я что угодно для тебя сделаю. Вот веришь, если скажешь прыгнуть с Лаврской колокольни, я прыгну. Маричка, просьба у меня к тебе есть. Несложная. Прыгать ниоткуда не придется. Здравствуйте. Здравствуйте, Катерина Степановна. День добрый, господин Харунжи. Перестаньте шпионить за мной. Если Андрей хочет знать, где я и что собираюсь делать, я готова с ним встретиться завтра в полдень у Владимирской горки. Дома или в другом уединенном месте я с ним встречаться не стану. Я нынче же все ему передам. Будьте так любезны. Всего доброго. Петр Иванович, добрый день. Обед будет только через час. Мы ожидали вас позже. Распорядиться, чтобы поторопились? Фрол, скажи Гальке, пусть обед мне подадут в кабинет. Я буду работать. Дело не проворот. И нынче же пусть мне кофе принесут. Слушаюсь. Когда же мы увидим вас на Зыгате? Просим, просим, просим! Терпение, господа! Господа, терпение! Еще несколько мгновений, и мадемуазель Готье сполна вознаградит его, сполна! Я бы хотел зарезервировать нынче право первым уединиться с мадемуазель. Мадемуазель сама выбирает счастливчика. Знать, может, им будете именно вы. Так подскажите, на кого ей стоит обратить внимание. Надеюсь, местные господа не преувеличивают ее достоинство, говоря, что даже у нас в Петербурге такой девиз у него дома салонов не сыскать. А что привело вас к нам из северной столицы? Дела державные, мадам, так что будьте любезны,
Заботьтесь, чтобы мои впечатления от вашего салона остались как нельзя более приятными. Пан, меня не зовете. Ждала, ждала, да я решила сама прийти. Вот, вишняка вам принесла. Та и смоколыки, чтобы грусть развеять. А шо ж вы смурной такой? Может, приключилась беда какая? Может, я смогу вас порадовать чем? Такое дивное. Снимай маску. Мое лицо тайна. И раскрыто оно будет тогда, когда этого захочу я. Не смей, слушайте. Вы не вправе. И тебе, девка, рассказывать мне, что я вправе, что не вправе. Я заплатил за тебя кучу денег, даже если удавлю тебя сейчас. Мне ничего не будет. Снимай маску, я сказал. Нет. Я сказал, снимай маску. Ты стерва. Пусти. Пусти, я сказал. Немедленно. Велите меня отпустить, если не хотите проблем. Какая жалость, что вы уже уходите. Всего доброго, выведи его. И скажи Прохору, пускай более не пускает. Мы пожалели. Ты как? Ой, знаю. Знаю. Первый раз это очень страшно. Ну что поделать, такова наша доля. Какой бы ты заманчивой и неприступной не казалась для них всех, ты товар. Просто товар. Да бывают спокойные, они приходят, получат свое и уходят. Но таких немного. Обычно они приходят со своими обидами, болями. Вот и распускают свои руки, чтобы усмотреться в своих глазах как-то покрупнее, позначимее. Смотри, сколько этот козел за тебя отдал. 1500. Твои половина, на, держи. Не надо. Я не хочу его денег. Мой тебе совет. Бери до завтра, спусти на что хочешь. На что угодно, на глупости, на блажь всякую. Побалуй себя, чтобы забылось быстрее. Бери. Я хочу уйти прямо сейчас. Понимаю. Я скажу Прохору, чтобы провел тебя к экипажу. Одевайся. Назар, наконец-то. Добрый вечер, Екатерина Степановна, Оля Платоновна. Ну, рассказывай, как день прошел? Сегодня получше. Так. Роман Петрович, спасибо ему огромное.
Он мне как дитю малому все изъясняет, и я потихоньку начинаю понимать, как оно тут все у вас оборачивается. Ну вот, я же говорила, стоит только начать. Смотри, Назар Иванович, когда конкуренты начнут к себе переманивать, ты не соглашайся, даже если горы золотые будут судить. Я думаю, конкуренты не сильно ухочи будут к управляющему, который розовую эссенцию от глицерина по вкусу отличает. Так что, Ольга Платоновна, придется вам меня терпеть. Не ради его. Придется. На лестнице чуть не столкнулись. Так она так зыркнула. Ой, у меня же внутри все похололо. Чужаль, ты ж тут давно? Да правда же из-за нее старая баня померла. Тебе, дуря, поговорить больше нема, прошу, а? Не трогала б ты, пани, ни старую, ни молодую. Я б на ее месте выгнала б тебя, только б порог переступила. Будто бы ты пану отказать сумела. Ну, коли он своего требует. Чуешь, Антип? Мне там птичка на хвосте принесла кое-что. Так сдается мне, тебе эта новость до души, может быть. Катюш, ну, наконец-то. Нет, Андрей, не нужно. Я пришла, чтобы сказать тебе, что... Катюша, что с тобой? Катя, что? Что с тобой? Что за сборище? Что надо мне? На кой пришли? Прошу простить, пан Червинский. Да мы хотим знать, когда получим вольные, которые вас обязали нам выписать. И какую плату вы намерены нам назначить? Что ты сказал? Мы с парнями кузнечное дело знаем и любим. И в городе могли бы брать жалование рублей в 50, не меньше. Ишь ты. 50 рублей захотелось. Тебе тоже полтинный в месяц надо дна? Ну что вы, пан, мне 11 рублей с головой. Ни копейки от меня не получите. Вольно надобно, извольте. Долго ждать не заставлю. Чего ты переполошилась? Ты теперь сама себе пани и можешь идти, куда захочешь. Да нет на мне идти. Ни батька, ни мамки, ни родных. Хату у меня тоже нет. И что мне работать теперь с этой вольной? Пошевеливайтесь. Ну, бывайте, хлопцы. Айда. Что застыло, как соляной столб? Тебя тут не надо, вна. Позвольте мне остаться в Червинке. Я и за 3 рубля работать готова. И в доме, и с живностью. Что скажете, пан? У меня для тебя работы нет. Ты мне не нужна. Мне нужна. Что? Пани, вы не все знаете. Не нужно эту девку в дом пускать. Мне все известно, Галя. Вовсе не она повинна случившемся. Не будь ее, был бы кто-то иной. Подождите, я к вам спущусь. Желаете гневаться? Пожалуйста. Но мне нужна горничная. И я не вижу причин, почему ею не стать этой девушкой. Пани! Пани! Спасибо, пани! Не надо. Пойдемте в дом.
Не нужно, не нужно, не спешите. Полежите. Вам необходим отдых. Екатерина Степановна, вы сильно истощены. Вам нужно есть и спать много. Почему я здесь? Почему в этом месте? Это единственная свободная палата. В Киеве сейчас ходит тяжелая инфлюенция. Я смогу уйти, когда захочу? Конечно, конечно. Однако я просил бы вас не спешить. Вам нужно набраться сил. Если вы не будете против, вот тут успокаивающая настойка. Она поможет вам уснуть. Благодарю вас. Черт. Куда же они подевались? Рогнеда Васильевна, у меня есть для вас две новости. И обе должны вас осчастливить. Во-первых, я ужинаю нынче дома. А во-вторых, я пригласил к ужину господина Бухтеева с женой. Так что будьте добры, похлопочите, чтобы все было в наилучшем виде. Однако у меня были иные планы на сегодняшний вечер, Евгений Антонович. Ну что же, отрадно слышать, что у вас наконец-то появились иные увлечения, кроме как выяснения отношений со мной. Но боюсь, что ваши планы придется отложить. У меня есть деловое предложение к Сергею Дмитриевичу, и поэтому вам придется побыть хорошей хозяйкой и примерной женой. Что ж, приложу все усилия ради господина Бухтеева. Мерси. Авлина Иосифовна, вы там дырку протереть решили? Глядите, она уж блестит. Ой, Карпо Карпович. Не знаю я, Карпо Карпович. От слова чести мне у панов как-то легче было. Там вот, ежели недовольны или ругаются, так хоть понятно, через что. А тут, ей, не знаю я, чем я вашим девчатам не догодилась, они меня терпеть не могут, не знаю. Ну, уже это вы хватили. Да. Девчата гоноровые. Особенно Дуська, ничего не скажешь. Ну, а сердца у них добрые. Ой. И заради семьи они на все же готовы. Так что придется вам поискать к ним подход и, ну, поговорить по душам. Да я пробовала. Да, кажется, только хуже стало. Я не знаю, я, ну, как вот заставить насильно любоваться? Я вам вот что скажу. Мир семьи беречь – это важнейшее дело. Непростое, мородное – да, но это самое первое. Что я вам рассказываю? Вы женщина мудрая, сами все разумеете. Но если хотите, я могу с ним поговорить. Ты? Ну, разумеете. Нет. Ну, неправда, бабы добрые. Так и сами ладу дадим. Батюшку! Срам какой! Прости, Господи! Ну, что? Ну, что? Ой, стоит, ну. Кому? Не-не-не-не, все, Маричка, не. Извини, я после Ляли ее вообще решила никому. Ну, пожалуйста, 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 Оксаночка, дело жизни и смерти. Подруга, нет. Все, не обижайся, ну правда, просто я скоро уеду отсюда. Знаешь, у меня мечта такая есть. Иду я, в общем, по Золотокрещатицкой, подругу с мужем. В руках у меня бисерная сумочка, и все видят, какая я счастливая. Так что все, давай, не проси. Ты что? Не, не, да. Ты замуж выходишь? А за кого? Ты его тут встретила, да? Сейчас, я прям тебе вот взяла все и сказала. Но дом мы уже присмотрели, в котором будем жить. Так, Маричка, все, это я сейчас прям тут свалю. Ну, Оксана! Все, вечером поговорим. Пока, Маричка.
Сказал, что тебе лучше. Да. Я чувствую себя здоровой и намерена покинуть больницу. Позволь мне тебя сопроводить. Нет, Андрей. Я шла на встречу к тебе, чтобы сказать, что... Я не знаю, как оставаться твоей женой после всего, что произошло. Столько обмана. Я знаю, что ты продал Червинку. Я хотел покоя нашей семье. Чтобы твое имя не заморали... бульварной газетенки. Ты мог рассказать мне об этом или хотя бы спросить. Хорошо, прости меня. Я... Прежде чем ты уйдешь, я хотел бы тебе кое-что показать. Что это? Доказательство, что ради тебя я готов на все. Документы, подтверждающие продажу всех моих салонов. Ты знаешь, о 15 есть еще 2. Отчеты в другой книге. Сильно прошу. Ну, отпустите. Ну, это же один вечер. Да что ж за помощь такая сестре понадобилась ночью? Ты же говорила, у тебя в Киеве никого нет. Так проездом же. За детьми наглянуть попросила. Они там с мужем прилавок на базаре сооружать станут, чтобы завтра с позаранку торговать. Я родню. Уж больше года не видела. Любочка Васильевна. Буду вас. Ну, вы ведь говорили, что сегодня эта мамзель ваша французская будет. Ну, так вы ей мою комнату и так отдадите. Ну, будет, будет. Черт с тобой, иди. Но до Рождества больше никаких отлучек. Конечно, спасибо вам. Вы самые добрые. Катюш, ты же видишь, чтоб ты меня простила, я готов на все. Я хочу, чтобы все было как прежде. Как прежде? Уже никогда не будет, Андрей. Слишком много всего произошло. Я боялся тебя потерять. Да я и сейчас боюсь. Прости меня. Прости, пожалуйста. Ну, за жестокость, за малодушие прости. Ну, я клянусь, что все будет по-другому. Ты сказал, я вольна в своих действиях и могу уйти отсюда, когда захочу. Да, конечно. Но доктор сказала, что лучше не спешить и отдохнуть тебе. А так ты свободна, если вдруг надумаешь, что... Извести, пожалуйста, Ольгу Платоновну, что я здесь, и попроси ее приехать. Татьяна Романовна, Сергей Дмитриевич, мы счастливы видеть вас в наших стенах. Рогнеда Васильевна, душечка, я так рада. Мы и так рады, да, Сергей Дмитриевич? Ага. Мне о стольком с вами надобно поговорить. Надо же. Я давеча такую же у нас в коридоре нашла. Вы же тоже к нам заезжали? А что же вы, Сергей Дмитриевич, ничего мне не сказали? Нет. Я к вам не заезжала. И я понятия не имею, откуда в нашем доме эта вульгарная вещь.
Такое носят только падшие женщины, не так ли, Евгений Антонович? Вероятно, обронил кто-то из прислуги. Немедля выбросите это. Я хочу завтра же опросить всех лакеев. Виновный должен быть наказан, ясно? Я надеюсь, это досадное недоразумение не испортит наш вечер. Прошу. Любовь Васильевна, ну сколько же еще можно ждать? Когда же уже мадемуазель Готье явит нам себя? Уверен, не я один жажду встреч. Филипп Андреевич, ну вам ли не знать, что мадемуазель Готье своенравна и независима? И только сама решает, когда приходить и приходить ли. Да по роже она от одного упыря получила давеча. Видать, ждет, пока ее портрет заживет. Закрыла ты рот, Лялька. Можно сказать, сама давно не окрепала от любчиков. Так что мне теперь пожалеть эту Фифу завалину, что ли? С чего вдруг? Сюда никто от хорошей жизни не попадает. Так что лучше бы порадовалась, что благодаря ее славе и у нас работенки будет. Вот именно. Я рад. Я рад, дорогой Сергей Дмитриевич, что вы откликнулись на мое предложение. Ну, я думаю, детали мы обсудим после. Главное, что вы в деле. Государственный заказ — это всегда перспективно, занятно, хоть и хлопотно. Евгений Антонович, поговаривают, будто вы довольно часто проводите время в неком музыкальном салоне. И что же? Сие законом не запрещено. Но если вы печетесь о нашем проекте... Нет, нет, что вы. Дело в том, что я также наносил туда визит. Дважды. Матерь Божья. Любезный Сергей Дмитриевич, вы же образчик, хранители супружеской верности. Или что, седина в бороду, бес в ребро? Что вы, что вы. Вы давно меня знаете. Я человек добропорядочный, верный царю, отечеству и супруге. Разумеется, разумеется, у вас безупречная репутация. Но дело в том, что в последний раз я встретил там невероятную женщину. Ослепительной красоты и грации. Никак не могу выкинуть ее из головы. Но я так не сведущ в вопросах традиций данного заведения. Как думаете, уместно ли будет прийти к ней еще раз? И как часто? Ого! Кто же эта прекрасная нимфа, которая так пленила ваш рассудок? Таинственная, волнующая мадемуазель Готье. Невероятной страсти женщина. Готье? Я впервые слышу это имя. Ну как же? Перчатка, что моя супруга обнаружила, в точности, как у нее. Лично такую же я взял себе на память после нашего сеанса. Ну, право. Право признаться, я видел эту перчатку первый раз. Но знаете, вы меня так заинтриговали. Знаете что? А поедемте к Макаровой нынче же. Погодите, а как же Татьяна Романовна и Рагнеда Васильевна? Я вас уверяю, они даже не заметят нашего отсутствия. Им вдвоем будет весело. Поедемте. Едемте. Еще в начале осени хотела закончить эту картину. К именинам Евгения Антоновича. Да вот все теперь как-то закончить недосуг. Татьяна Романовна, что с вами? Вас так недоделанная картина растрогала? Я врала вам, Рагнеда Васильевна. Проклятая перчатка не на полу валялась. Я обнаружила ее в кармане Сергея Дмитриевича. Простите мой вопрос, но зачем же вы исследовали содержимое карманов вашего мужа? Вы не представляете, в каком аду я живу, милая. Вы думаете, мы идеальное семейство? На самом деле...
муж совсем охладел ко мне. А вчера я вовсе стал спать у себя в кабинете. Еще эта проклятая перчатка. Теперь точно знаю. У него роман на стороне. На вашем месте я бы так не волновалась по пустякам. Подобные перчатки носят проститутки. Ни одна приличная дама подобного бы не надела. Ну, полно вам. Поверьте, это как раз не самое страшное. Как вы можете так говорить? Что же может быть страшнее? С продажной женщиной все просто. Без малейших обязательств. С любовницей же могут быть чувства. И ненужные осложнения. Так что, считайте, вам повезло. Как же мне быть? Неужели делать вид, что ничего не происходит? Ну что вы? Этого я вам не говорила. Найдите себе кого-нибудь, отомстите ему. При первой же возможности. Злишься на меня. Я понимаю. Я виновата перед тобой. Однако ты тоже меня очень сильно обидел. Я не хочу упиваться болью и лелеять в сердце отчаяние и злость. Люблю тебя. Больше жизни люблю, больше самой себя. И единственное, что мне хочется, это снова быть рядом. Делить с тобой радость и горесть. Быть твоей женой. Я обещаю, я не буду тебе докучать, если ты охладел, если разлюбил. Я превращусь в тень. Ты не будешь меня видеть. Просто скажи мне, я тебе больше не нужна. Ты меня больше не любишь, просто скажи. Ваша светлость, простите за беспокойство, однако сия особа утверждает, что вы ожидаете ее. Конечно, ожидает. Ванечка, мне есть чем тебя порадовать. Благодарю, Спиридон. Мария Алексеевна не врет, я действительно ожидал ее. Вот это красотища! Лепнина, как в банях новых, дорогущая, верно? Да и ты подстать. Я даже не узнала попервой. А что этот сказал, что ты светлость? Ты что, граф какой же, барон? Ванечка, ты ж только поаккуратнее, мне ее вернуть надо будет.